Руслан Павлович. Юные альметьевцы получили свой первый паспорт. Теперь они полноправные граждане России. Церемония прошла около молодежного центра. За детей рады и их близкие, которые решили поддержать ребят в этот день. Мероприятие очень хорошее. Спасибо, что пригласили на такой торжественный день. У нас сегодня праздник заключается в том, что вот мой сын Кузьменев Федор Юрьевич получил паспорт. Важное событие для 14-летних альметьевцев приурочили к Дню государственного флага. Вручение документов в торжественной обстановке организовало Управление по делам детей и молодежи. Чтобы дети почувствовали, что они стали частью этой страны и гордились этим. Праздников мало бывает, неожиданно, но приятно. Я горжусь, что это такой знаменательный день, вот я присутствую при получении паспорта внучки. 20 детей в этот день получили официальный документ. Лисан Абзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.